Да, антискан. Как они быстро легли под ультой, когда мы начали стрелять. Красавцы. Блин, у меня так быстро разрядился дробовик, я аж не понял, что я разрядился. Там воюют, что ли? Говорит, сейчас все дружно за нами придут. Ульты ни одной нет, да? Да. Нужно откатить в окно, вон, смотрите, мобы справа. Кому будет то откатывать? Внизу есть один человек. Внизу чел есть. Нет, тогда не там надо. Могут быстро забрать, даже не выглядывайте. Откатите мне. Деспот дал. Двое, трое, четверо. В окно залезли. Давай вот здесь. В окно. Стоим вот здесь вот их ждем. Идут. Раз. А, он на выше пошел зачем? Троллька. Идут. Через мою хилку. Вот идут. Сейчас будем встречать. Справа дал. Давай. Пошли на них. Антон. Дал. Прямо. Один с ультой убегает. Что значит, о май гад? Ну, типа, убили всех. Че, пойдем дальше? Да, еще один был где-то, беда. Три, четвертый. Вне обзорно возвращайтесь, ребята, не надо туда ходить. Антон, под тебя есть. Ну, нормально, я его так убил. На всякий случай. Дальше не начнем. They're in the building still. They're in the valley. Yeah. Second floor, guys. Go. I don't think they're coming up. Наверху, над нами, да. Мне кажется, их несколько. Вот двое пока что. Пойдем встретим наверху. These are ruthless, man. Уверен? Да наверху не очень хорошо. Трое. Не надо, верните. Ладно, окей. Правда, наверху могут и сверху. Может ниже какой-нибудь снайпер. Давай, чуть-чуть пониже. Пойдем, чуть пониже. Вот сюда, давай. Вот прям здесь встаньте, они сейчас выйдут к нам сюда. Где доска? Вот он, чуть-чуть назад. Дал турельку. Раз, пошли. Я дал. Sure, that fucking gun is well overpowered. Я не могу дать хилку, у меня сломалось. Я стреляю. Не, забейте на него, пускай стоит. Cheer, motherfuckers. Он сказал, что он читер. Don't cry. Пошли вниз. No cheats, man. I'll stream it. Wanna my link? But what's your link? Oh, Twitch. And my nick. He's streaming. Yeah, that... Огненную турельку поставили, что-то все на нее хер забили. Just super powerful. No, guys, just use anti-impulse, guys. Антон, сейчас стену сейчас насует. Давай, какой скин он? Я вижу. Пойдем. Нужен круг, ребят. Я давил. Я дал уже. Антиспот дал. Вовчик следующий. Когда скажет? Ну, все, моя прошла. Дал. Но эти двое над нами, а один вот здесь. Они заходят. Я еще раз дал. Пойдем с другого угла. Они сейчас вот здесь, вот пониже, вот сюда точнее. Иди сюда. Перед меня будем играть. Давай, хилку и пошли. Прямо время сейчас хорошее. Давай, пошли. Ой. Здесь прям турель стоит, прям здесь. Стоим. Наша, их турель прям здесь стоит. Нейтрализатор чуть пониже. Ага, все, окей. Давай, убьем их. Давай, хилку на ход дал, пойдем. Нет, играй сначала. А где она? Ага. Минут, сейчас дам. На ход дал, пошли вперед. Два своим подхились. Со звуком беда, да, я читал об этом, сам ни разу не видел, но вот. Да, сейчас эта проблема есть. О, ничего себе, я начал пользоваться дробашом, и у меня на СВД потрошки пополняются. А, да, не пополняются. Ты когда это людей убиваешь, оно пополняется. Почему? Хранить? Потому что они падают все время теперь. Очень много патронов сейчас падает. А, дрон, давай. С людей, мобов, отовсюду. Дал. Это следующий.
или ладкать. Все, у меня откатилось все. Надо еще? Нет, все, уже не надо. Что значит ВТЗ? Вот, the link. Я засканю, пойду, мобов стрелю по сути. Кого, да? Да и никто не придет, я думаю. Они не видят. Я написал в чат, что типа Манхант в пятой зоне, но мне кажется, никто не придет. Сейчас, короче, вот это вот, мы когда в 1.2, помнишь, играли, можно было с угла поймать. А сейчас с угла тяжело было в 1.3 ловить, потому что все со стенками. А сейчас опять с угла хорошо ловить. Они выходят, они все мягонькие. Фокус с первого хорошо. Не резкие, да? Бегут двое. Двое бегут ко мне сюда. Идите сюда, Вован. Может, на них откатить? Шары. Яйца. А шары умеют, смотри, по лестнице подниматься. Да, яйца. Пойдем встретим. Прямо здесь, внизу. Без меня. Дал, давай, давай, вот сюда, дрон. Нахуй, дал, вперед, пошли. И сзади еще один, стены. Любимые дробаши. Ты чё любимый, я задробашаю, шмаляю, он даже не понял, мне кажется. Мне кажется, да, когда 4 человека в тебя стреляют, ты так быстро умираешь, что даже непонятно, что произошло. Ну конечно. Да, но... Кто-то ударил. Да это я валил. А, все, ок. Плыту откат. Ты откатился. Не вижу никого. Вот сейчас так отойдём, да? Мобы. Вон двое, два моба бегут быстро сюда к нам. Я кончился скан? Пускай? Нет еще. Дал хилку. Люди, по-моему, идут опять. Судя по звуку. Я засканил. Не, далеко-далеко, она недалеко. Она антиспота мне. Пойду в окошко гляну. Кто? Идут, идут сзади. Ну вот. Я говорю, слышно, что орут мобы. Сзади прям вот. Где это проход? Я уже все. Хороший. Я уже хороший. Ты хороший. А, но они пошли по кругу. Пять часов, нет? 5 секунд. Пойдем за патронами или что? Ну да, точно, конечно. Одна. Дрон, быстрей! Подняли. У вас хил дополнительная аптечка. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на короткой дистанции. Мне что-то взглючил звук. Аварийное остановление. Система перегружена. Дал хилку, следующий ветер. Все угнено. Вай, вай. Я дам сейчас направо. Мне что-то взглючил. Пошли, слышишь? Направо выйти. Давай, 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 пойдем. Дал ульту. Дал антиульту. Дал. Я дал ульту, я же сказал. А, да? Турельку нет. Сори, сори. Турельку я поставил свою. Хила нет. Хил дал, вот. Блять, я под себя дал, но. Сейчас продолжу. Блять, заморозка. Не могу продолжить аптеки юзать. Я. Сори, сори. Я в заморозке, не могу дать ничего. Да, все, прошла. А, я сейчас меня убью, блин. Да. О, Лили горит! О, Лили горит! Хил, следующий момент. А, все уже, да? Да. У меня ну, патроны ты кончились ты на оружие, я пистолетом начал стрелять. Опять я ульту схилил. Что-то с пулеметом, да, какой-то пулемет стрелял непонятный. У меня всю весь бой, короче, стрелял какой-то непонятный пулемет. Давай налево, вот вы здесь лужа, пошли, вперед, 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 вперед. Налево? На чё лужу. А кто отстал? Кто отстал? Я бегу, нормально. Давайте вывезем лук. А, ёпта, мы же не роги. Нет. И я думал, что мы бежим по этому луту. Я тоже думаю, а куда мы бежим? Сюда давай мобов добьем и сокремся, а сейчас они же выйдут. Давайте это, может, я что-нибудь откачу. Откати, я ульту тоже могу откатить, кстати.
Дал спот тебе кидам. А где модули продаются? Мне нужны 33 модули, мне 132. Мне просто передо мной ветер появился. Он точно не прибежал, он прям появился передо мной. Вон они опять. Не стреляют сюда. Ну да, я быстренько переодену сейчас оружие, и можно их убивать. Надо как бы понимать, что мы должны все равно вытаскивать на свою территорию. Пойдем, пойдем подальше. Видишь, они там? Не думать, что все будет. Пойдем, 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 пойдем. Не будет просто. Они меня чуть не положили. Да, в любой момент могут отрезать. Хотя бы, ну, вот на этом грузовике. Давай, мы сейчас что сделаем? Мы их сейчас встретим. Дрон тылка есть, да? Угу. Хорошо. Что такое? Да, подвисло. Чуть-чуть подвисло, да. Я ему гранату кину, скажи. Ну, продолжай. Я следующий, ты первый. Я дал скан. Как? Он на самом деле лагает. Он, адски. Очень сильно лагает, очень. Давай прям сразу, давай, давай, хилку, вот, поехали. Смелый чувак, вот один. Ой, сели там все такие. Давай, братан. Кисели, смотри. Такие сели, блин. Мне нравится. Стеночники, что? Да-да, стеночники такие, такие, блин. Это, мы не пойдем это туда. Легаси, да? Наследие. Я спину буду смотреть на всякий случай. Что-то я их 5 насчитываю. 4, или 4. 5. Не могу понять. Мобы опять орут. У меня, короче, со звуком какая-то беда, надо игру перезапустить. Сейчас бочка упадет, круг надо сделать. Я кину. Упала бочка, круг. Минус один. Пойдем, я мне 89 сделали, пойдем внутрь. Окей. Okay. Они же любят, когда мы их с угла встречаем, вот сейчас будем. Хилку дал, откатите мне антискан, пожалуйста. Сейчас после тебя дам. Я заскаю. Кино. Они включили мой стрим, короче, и смотрят. Там задержка, правда, я не знаю сколько. А, ну вот мы только что внутрь зашли у меня на стриме. Вот я вызову. Не надо, мобов будет много, забей на них. Вот они, подходят, подходят, подходят. Крадутся. Чем начинаем? А спот есть? Только что дал антиспот, вот они, вот же стоят. Может пробушим, я вниз дам и выйдем на них. Пойдем, да, они нас потеряли, пойдем, это у нас. Стоп. Дал. Лужу справа. Так они дальше сидят, дрон, ты не видишь? Это вообще же жесть. На ход дал, пойдем. Кинул Эми. Турель, ребят, турель. Ага. Они в Эми, они в Эми. Yeah. Мы тоже. Вон чувак, ага. А сзади, 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 у нас сзади, чувак. Да, ульта, 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 yeah. На дамаг. Дал зелень. Следующий кедр. Дал зелень. Следующий. Дал. Добейте, скуки, добейте. Чувак, проходит. Давай, давай, убьем его. Я дал нахуй. Ваша группа получит статус миниганов. That's dead. Блин, я аж не замечаю, как кончаются патроны. Килы набирайте. Чувак на стриме спросил. Отлично. Чувак этот, который вот из этих вот четверых спросил, why you run? И я это прочитал только сейчас, когда мы уже вышли и убили их. Получилось вовремя, да? Да, 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 очень. Все. Прикольно. Короче, мне нужны мобы. Круг один. А мне патроны. Не знаю, ничего. Не знаю насчет твоих патронов, я пошел вызов вверх. А, давай, хорошо. Это не вороны. Слушай, мне кажется, они до этого всех нагибали, как бы. Возможно. Но стенки-то нет, все, кого ты нагнешь теперь? Агент, стенки. Я направляюсь к вашей позиции. Побегайте. Вступаю в бой.
Моя. Ой, мобы, мобы. Или ты хотел, вот, пожалуйста. Ты живой там, мама? Да. Ой, патроны. Я не понимаю, как они уворачиваются так хорошо. Идут. А, нет, это другой какой-то. Лучик, стой на месте, хилься. С улицы идет один чувак. Сейчас спот? Он один. Да, он это спот. Вот он, собственно, наверное, это он. Он у меня стрелял, да, вот он. Ага. И назад такой хоп. Ну не знаю, ничего, антискан вообще не считает за... Похоже, нет. Похоже, нет. Они бегали всю дорогу подспоченные. Блять, это я просто в шоке, просто не понимаю. Если они раньше использовали стенку антиспотовскую, то вполне возможно. Ну, раньше можно было любую стенку использовать и не париться по этому поводу, согласен. Ну, повешу. Смотри, куда засунул. Я тебе говорю, все равно видно. Под трубу закинул. Все равно видно. Прям красный круг видно сейчас. Ну, все равно под трубой, это надо наверх стрелять. А, то есть видно теперь, а можно, да? ее можно вон там внизу поставить, а наверху наверху сражаться. Прикольно. Они думали, вон идут с моей стороны двое. Да, все, теперь у них антискан стоит, я видел. Нет, вот он. Поднимитесь сюда. Четверо человек, Антон. Не-не-не, лучше ты спустись, Лаван. Плохое там место. Ладно, я просто не хочу, чтобы на мой лут. Четверо человек. Они снизу идут. Снизу идут. Иду к вам. Я дал. Здесь уже один появился прямо передо мной. Антон. Минус. Дальше, хил. Дал, вот он. Дали дальше. 15 секунд. Турель. Чеку уходит, лучше. Меня забирает тут, с одной стороны, по-моему. А мне где-то стрелять, я не могу. А слева, где справа. Да. Вон турельки, ребят, убейте. Где турель? Я не понятно. Наверху, пойдем наверх. Вот он. Слева чего? Я дам ему на ход и пошли. Центра, да. Пошли вперед. А в крови, да. Груз выведен. Моя. Он уходит. Да пусть уходит. А чё он остановился? Давайте добьём. Стоп, там их двое, стоп! Назад! Я дал, вперёд, пошли. Лезет наверх. Вверх. Последнего забираем сейчас, который лезет. Забираем его. Давай. Бастард! Второго тоже убили? Да, я его выхватил. А ну вот 300 это, секунд? Вот это категорически запрещено делать. Подниматься по верёвке нельзя, да, согласен. Это еще мы как бы это за правило приняли. Сейчас 1-2, блин. Он думал, что он доедет до верха. Он реально так думал. Сейчас даже... Ну один же доехал, посмотрел, стоял. Я собрался с кого-то еще сейчас. Сейчас даже под ультой не доедешь туда. Мрак крайний мир. Берет в один конец. Ага. Вот под машину не затолкаешь, самое интересное. Вот эту херню. На машину сэр. Ну под машину не затолкаешь, я говорю. Что-то Ubisoft на Игромире привезли Watch Dogs, но не привезли этот Wild свой Ghost Recon. Wild Hunt или что там? Где это? По пустыне-то гонять на машинах. Такая же типа Division. Почему не показывают? Опять запороли. Думал, God of War будет. God of War не было, только реклама на экране показывали. В смысле, поиграть нельзя было? Ну, я не нашел, по крайней мере, может. Call of Duty было, я видел. Call of Duty было, да. Это просто не... Это бред, я даже не подходил туда. Там 6 на 6 были матчи. 6 игроков, 6. Что это? Моя. Взорвалось что? Ну, моя килка. А,
Очень человек красивый. Здесь. Я. А, я человек. Вижу. Чё хотел-то? Заманивает досу и зарядит сейчас гол. А тут сейчас турель стоит. Посмотри, зарядит досу. Короче. Чё он-то не, под ультой не умирает? Смотри, остается один хп, он не может умереть. Да-да-да, я попадаю. Это уже который? Хилку вам подал. Две хилки. А вот как это? Причем я уже не первый раз это замечаю. Да это бред, это вообще полнейший. Реально херня. Столько стреляет народу в него. Ну какие у тебя СВД на СВД таланты? Чёс. 15 секунд. Баланс, точность. А, ещё кто? Ползёл? Да. Ну, сдаётся. На нем плюс невосприимчивость, смотри. Как так? А он, это русский, по-моему, кстати. Ну что, заговорил? Нет, мне прислали альфу, я поиграл в альфу, увидел эти карты размером, я не знаю. Я не знаю, какого размера. 6 соток. С парковкой. Да, да какой? Нет, парковка это нормально. И там еще тогда еще этим было с мобами, нужно было пройти с 4 игроками. Да. Да, и это короче, я так поиграл, тупо. Понял, что и просто это какой-то трэш и угар, я забил. Это трэш от Mail.ru? Ну да, это Mail.ru. Тогда еще вроде это не было Mail.ru. Было сразу. Сразу было Mail.ru. Просто тогда еще не все знали, что Mail.ru уж настолько трэш. Они тогда еще не было у них лаунчера, и они не вшивали столько спамов мне. О, смотрите, как засунул, смотрите, прям под это. Ну, наверное, это вот когда мы играли тогда с дроном еще, когда он засовывал, тогда ее реально видно не было. Вертолет на подходе. А их что, двое там? Ну. Ну они крутые. Поставил. Двое сейчас не коммерится. Ну как-то да. Окей. Как скажете. А может они были четверо, и двоих просто убили, у них там замес был? Может быть. Сейчас придет кто-нибудь. И все. У меня звук пошел, короче, от груза. Не знаю, мы их убили же, так что. Да? Ну, может, один ушел. Видели? Один типа здесь бегает, один спрятался. Один спрятался. Я вижу обоих. Обоих вижу. Да, они спрятались. Мы забьем их место. Давай мы это попробуем. Дрон первый. Блин, как раз моя это. Хилка ушла. Убивать будем? Нет, да попробуем. Ладно. Будут они. Они будут. Пожмут меня скоро. Хилка на полу. Блин, как ты умираешь-то, ветер? Ну, сетевой код такой. Я не в меня играю, там. Вверх трое идет. Пойдем ниже, пойдем, быстро. Смело. Ребята, из-за чего я ульту слил, а вы никого не забрали? Сказали, не надо забирать. Меня убил. Хилку дал. Дал. Да вот это он встретил. Все. Брат, по два скилка. Еще есть. Там двое сверху, уходим вниз. Вверх хилу обоих. Всех. Выходим вниз. Туда. Продолжайте. Дал хилку. Ага. Дрон следующий. Дал. Минус готов. Один. Блин, они умирают так поздно. Огненный дал. Очень сильно лагает. Ага, очень сильно лагает. Ну, видно, что он позже умирает. Надо вешать, пока висит. Слышите? Пока здесь нет никого. Очень. Я выстрелил в него, он убежал и умер. Да. А что, висит что-то? Ну ё-моё. 4 висит. Нам да, было резать. Да, давайте срежем. Я могу срезать. Давай срежем. Да режьте. У меня там какой-то мусор был. Вот, это сумасшедшая рука, когда ты режешь, она меня просто прям вымораживает. Часовой, а там что? Не знаю. Я подобрал. Не, я что собрал, то собрал. Контейнер один, хороший. Кидос похищает мои перчатки. Извини, я не специально. Давайте вызовем еще. Не вижу никого. Я вызываю вот здесь. А, нет, вон идут, с КПП идут, с пятого. Я дал СКА. Я тоже только что дал, но не достал. Я думал, достанет. Понял, Низ? Да, откатите мне еще одну. Транспорт на подходе, ожидайте. Че дам?
лежит. Оба. Людей не видно все равно. Не вижу. Слушай, что, Антон, а на этом, на твиче ты когда... А, с это, с веревки они идут. Что на твиче? Там автоматически включается донат на твиче или нет. Или там какой-то сайт есть, донат, Donation Alert называется, на нем типа под твичевым аккаунтом заходишь и все, и начинается донат. Очень лагает, капец. Вниз спускайтесь, там кто-то поставил эту турель сверху. Я направляюсь к вашей позиции. Полагаю, просто вечно в лаге. Да-да-да. Ой. Блин, идет один очень... сверху. Люди. Да, следующий ветер. Это сканер. Дал антиспот. Вот это надо включать. Пойдем назад, назад, пойдем, назад. Вот сюда, да, за угол. Вот сюда. Вот, а пофигу, вот сюда идем, они сейчас спустятся, мы вернемся обратно. Мог бы убить снизу. Турелька работает. Ага. Стоим, стоим, стоим. На, дрон немножко назад, дрон немножко назад. Он турельку убил. Идет. Он один, давай, встречаем. Забираем. Давай. Пошли. Я дал. Идиот. Еще один. Еще сзади, сзади. Привычка, ну, привычка прилипать, назад идите, назад поднимайте. Я дал свою. Все, вешаем. Но... Вешаем? Пойдем вешать, да. Пойдем, там пойдем, еще пойдем. Есть, сюда. Пофигу, вот здесь есть, прям перед тобой, вон. Я дал, 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 дал. Турельку это... Ага. Пофигу, вешаем, пойдем. Турельки. Пойдем вешать, вешать. Какой-то лупс здесь лежит. С двери, с двери. Дал сам. А их там мобы, их там мобы. Минус. Еще моб идет, с двери моб идет. Так какое-то подлагивание, да? Вот вообще безбожно. Чувак сейчас полетит. Вон стоит внизу под нами. Че лупса брать? Уже часово. Решил не идти? Двое. Да, да, они пошли в другую сторону. Да, пойдем, они пойдем, пойдем ниже, пойдем. Пойдем вон ниже. В окно пошли. Я первый. Надо бы перезагрузиться. Ждем вот тут. Давай. Идут, идут, давай. Пошли. А, не, они выше пошли по этой, не. По проходу выше пошли. Че, идем, нет? Да вот только не в проход. Они в проходе. Ну, в смысле, в лестнице. Не надо туда заходить. Засканить? Я засканил у них антиспот. А. Они вот прям над нами в этом, в двери. Следующий я. С мелочем. Угу. Но я чаще на себя юзаю. Очень сильно лагает. Я начинаю... Нет, видеть, они там так и стоят, ребята, в этом проходе. Ячейки спадают. Может, они ждут кого-то? Может, лучше все-таки двоих пропушить и увидеть? Да зачем? В принципе, да. Откатите мне. Шарики я слышал, по-моему. Вот идут люди сейчас КПП. Сейчас я кину. Я засканю. Мы сидим. Я не вижу их. Где-то они были. Сверху двое, сверху. А, вон, я вижу. Спрячемся давай вот сюда. Вот сюда, вот сюда спрячемся. Вот сюда, Антон, я правильно спрятался? Отлично спрятался. Прям на пиво. Вот он, ну чё? Пулемётчики? Поднимите, поднимите! Поднял. Спасибо. Ульту продолжить сейчас. Не надо ульту продолжать. Она не продолжается, не забывайте. В смысле, дайте. Отлично. Давай, чё, кстати, работает. Очень сильно лагает, очень. Чересчур. Надо менять сервер. Антон, ты сейчас знаешь, как поднял? Ну, да, понял, хилка как? Я, да, я понял. Молодец, красавчик. Двое снизу вижу. Ой, что-то он сам... Видишь, слева двое. А это и друзья, видимо. Зачем они штурманули нас двое? Они, мне кажется, не было у них планов штурмовать просто. Да, просто так получилось. Экидос. Слышь, а что, давай, давай это выйдем сейчас просто дрон. Пойдем, выйдем. Все да? На КД. Дам антиспот. Даже ты сейчас на дверь, на дверь давай, короче, эту. Вот сюда, хилку давай на дамаг и поехали. Все, убиваем.
Трафик, ребят, ребят, только я понял. Ну дальше, дальше, дальше. Окей, окей, я понял. С турелькой я сам разберусь. Назад. Мобы сзади. Чувак какой-то. Еще чувак. Где? Килту вам под ноги, бегите сюда. Да забейте. Один, один, сверху, сверху. Да-да-да, пойдем на это, внутрь. Назад. Он сверху. Я сейчас дам. Понял. Сейчас дам. Я давал только что-то тоже. Я дам. Давайте с антиспотом хотя бы. Да забей, не ходи на заяц, забей. Uh-huh. Здесь стоит. Сверху есть один, точно. Снизу о, один. О, смотри, как поставил, в ящик. Снизу идет. Хрен убьешь. Двое снизу. Он хорошо стоит. Давай еще раз их так же пропушим, дрон, под тебя. Угу. Uh-huh. Давай. Дал, вперед. Пойдем. Антон, дальше? Моя, Антон, вот Антон, она. Долго. Сейчас моя, будущий ветром. Подойди, подойми. Я лежу, дрон. Я лежу. Поднял. Поднял. Блин, она что-то. Нет, не поднял. Но возвращаемся назад. Мгновенно. Двое сзади, возвращаемся назад. Все, лежу, лежу. Забили меня двое. Я не понял. Откуда они взялись двое сзади? Кенди, Кенди. Сзади, сверху пришли. Литер, я ухожу. Да, да, уходи. Зря вы ульту не жмете. У меня на момент. Очень важно ее жать. Мне не было. О, народ сейчас дохуя прибежала. Хорошо. Вообще там что-то с пингом дрон не поднялся, хотя на него.